Пришло время для этого. Пришло время пробудиться к новой реальности. К чистому холсту, который я нарисовал с теплотой и умиротворением. В мою новую эпоху выбор остается за тобой. Вопрос в том, стоит ли жить в тихой безмятежности или в кровавой борьбе. Нужно жить в радостном процветании. Или в ожесточенном соперничестве. Вы можете встретиться лицом к лицу друг с другом. Мы с вами заклятые враги. Или же мы объединились как братья. Но надвигается буря. И скоро ты сам в этом убедишься. Даже в эту новую эпоху одна константа остается неизменной. Всегда есть что-то, за что стоит бороться. Ты решил бросить вызов миру. Значит, ты выбрал войну с Богом.